Доброе утро, уважаемые болельщики. Начинается. Не успел закончиться для команд летний кубок. Как уже начался чемпионат, первый тур. ФК «Сазак» против «Намад». Только на прошлой неделе «Намадовцы» ФК «Сазак» в суперматче проиграли «Энергоколледжу». Если бы не промах, нерасторопность Дильдабекова и Иминова на последней секунде матча, возможно бы мы увидели пенальти и, возможно бы, «Сазак» оказался в полуфинале, а не «Энергоколледж». Сразу можно сказать, что ФК «Сазак» усилились к чемпионату. В воротах, внимание, Садыков Нури у ФК «Сазак». В обороне 15 номер Александров Виталий и 5 номер новичок команды, экс-игрок Мармар, Гафаров Руслан. Впереди под 12 номер Байсеркеев Асхат, под 17 Дильдабеков Алмаз и под 11 номером Нуржанов Еркен. Нет сегодня лидеров команды. Пиялы Нурсултана, он как раз с энергоколледжем получил травму, возможно, по этой причине отсутствует. Или же он перешел в другую команду, и нет Жаксылыкова Улана. Еще из новичков у ФК «Сазак» это Байсеркеев Асхат. Проходит, скидывает середину на Руслана. Руслан, Дильдабеков. Дильдабеков скидывает на Александрова. Александров делал длинную передачу на своего партнера, но Смаков Слан перервал передачу. Кудайбергенов Медет. Странно, почему он отсутствовал в летнем кубке. Вот с первого тура Кудайбергенов Медет. В протоколе его нету, но, по-моему, я правильно произнес его фамилию. Левша, сегодня он появится у ФК «Сазак». Тураров Айдар, также один из новичков ФК «Сазак». И еще есть новички, но с ними мы будем знакомиться по ходу матча. ФК «Намад». В воротах Саипов Фархат. В обороне Смаков Аслан под 11 номером. 8 номер Наушин Даниар. Такая уже привычная линия обороны. 10 номер Кияков Мирас. О, Садыков Нури. Девятый номер, это у нас Сева, ты помнишь? Я нет. Алмаз, Алмаз, не сохраняй, не просто головой. Да, не запомнил у нас протокол, поэтому девятый номер мы пока не знаем. И новичок команды ФК «Намад» впереди. Это 15 номер Оразгалиев Нурым. Видел я, как он заходил на стадион в форме ЖТСУ. Мини-футбольного или с большого футбола, не знаю, но полностью был экипирован. Возможно, это профессионал в команде ФК «Намад». Кияков, здорово. Нет, здорово корпус поставил Александров. Александров на Дильдабекова. Дильдабеков. Длинная передача на Медета. Медет не смог скинуть мяч грудью. Алмаз на нашем. Медя, спина! Наушин. Медя, найди игрока. Наушин ошибается. Нуржанов. Нуржанов. Передача на Дильдабекова. Дильдабеков простреливал на Байсеркееву. Байсеркеев Асхат. Так можно сказать, что не очень заметный игрок у «Намада», но по статистическим показателям он один из лучших в составе ФК «Сазак». Наушин.
пробивает, накрывает его удар. Александров. Появляется на поле у нас Тураров под вторым номером. У ФК «Намат» появляется 12 номер. Это у нас Тортаев Рустем. Как-то, видимо, возможно, работает Тортаев Рустам. Очень редко он появляется на играх ФК «Намат». Это такой один из ветеранов команды «Нурым». Здорово, стенка. Медет. Появляется также в «Намат» Габдулин назад. Еще один ветеран. Такая тяжеловесная пятерка у «Намата» сейчас на поле. Александр. Нури. Нури сразу на Медета. Медет уходит от Азата. Медет пробивает, да. Все помнят, что у него хороший удар слева. И выступал он в МФЛ за команду Атила. Смаков. Здорово! Александров попадает на Ушина. Асхат на Нури. Снова Асхат с мячом против Габдулина Азата. Асхат заходит в середину, пробивает с левой. И на месте Саипов Фархат. Сейвом это, конечно, не назовешь, но уверенно перевел мяч на угловой. Александров. Контроль! Александров. Нуржанов. Здорово, на Турарова. Тураров скидывает на Александрова. Медет. Смаков. Азат. Тураров. Тураров пробивает с дальней дистанции. Тортаев. Длинная передача на Азата. Здорово, Азат достал. Под ним Григорьев. Медет. Айдар. Передача снова на Медета. Медет. Да, не очень удобную передачу сделал Тураров Айдар. И Медет упустил мяч за боковую линию. Смаков будет вводить аут на Григорьева. 3 в 3 атака. Вот, возможно, сейчас. Долго-долго Григорьев разгонял атаку, как танкер, да, какой-то такой. Черепашка. Тортаев. Смаков ошибается. Кудайбергенов. Контратака Сузак. Айдар. Тураров на Александрова. Нуржанов. Снова Александров.
Александр. Передача на Байсеркеев. Байсеркеев против Конобекова. Александра. Нуржанов. Четыре в два, атака на мадовцев. Конобеков на Наушин простреливает. Как-то намаз не хотят, да, вперед кого-то бежать. Не проснулись еще. Тураров. Тураров обыгрывает Смакова. Тураров. Да, это, по-моему, единственный был вариант вот так у Турарова скинув мяч в середину. В принципе, он это и сделал, но там игроков Созак не оказался. Григорьев, здорово, Григорьев. Мне кажется, ты видел, у Григория нога просто вывернулась. Нет, я думал, что это окончание матча для Григория. Но, слава богу, все обернулось хорошо. И желтую карточкой всего для Созака обошлось. Это желтую карточку получает Тураров Айдар. Мне кажется, Григорьев и так был медленный, сейчас будет еще медленнее. Тартаев. Смаков. Все пробежали. Смаков на Мореза. Морез. Нет, неудобная, конечно же, передача. Отвертись, Морез! Что стоим за спиной? Запарил ты! Как будто пудовый гений на нормальном ногах. Выше семь. Выше семь. Ну, Рик, скажи.
Федя на наш. Пошли ближе. Атака, атака. Иди. Тиша, вперед. Души. Так, петля включена, да, у тебя? Левая нога! Только вытащи, втащи. Алма, подвинься! Все, петля включена, да? Да. Поговори что-нибудь. Раз, раз, раз. Все. Виталя, стой! Проверь еще на... На какой потоке? На петле дает трансляцию? Есть звук, да, Слав? Хорош, Марк! Хорош, Марк! Вот сейчас я что-то слышу. Вот эти микшеры опять красные. Уходи, Руслан! Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Хорош, говори, чуть раз. Номер какой? Я не знаю, это петля, не петля. Выключить петлю. Сейчас я включу. Вот сейчас включу. Сей! Микшер то бегает, а что? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ниже. Да. А второй микшер включи, посмотри, пожалуйста. Можно играть. Что держишь? Подержи. 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 Подержи
Давай. Выключи, включи камеру. Че, давай сейчас перерывит хотя бы, у нас хоть видео будет. Ну вдруг сейчас, блин, как назло какой-нибудь бар или еще. Ну давай, в конце этого. Ну, короче, после игры. Не, в перерыве успею. Нет, не успею. После игры. 20 минут. Я хотя бы перезагрузил. А, ну просто. И чего такие глюки? Ну она может не работает, смотри, сколько она. Может где-то пережала ее и ничего. Может через камеру попробовать? Нет, там это, ну такой с эхом, не плохой звук. Небольшие неполадки у нас, связанные со звуком. Дельдобеков. Есть вратарь! Мне кажется, дело в микшере. Я вчера, блин, целую программу смотрел по настройке ОБС, там все есть, но настройка звука нет. Нет, всегда на этом все, а это вермедия звук идет, правильно? Нурым на фланге, ошибается, передача и нет, контратаки Сузак не будет. Седьмой номер у нас появился в ФК Сузак, также один из новичков команды, Смаков, Туртаев. Здорово, Туртаев, передача на Нурыма, Нурым. Нурым, передача, Наушин будет пробивать. Наушин попадает Нуржанова. Тайм-аут берет у нас Намат. Давай. Запись не забудь включить. Наушин. Смаков. Передача на Болтаева. Иркебулана. Иркебулан снова на Смакова. Смаков. Канабеков. Снова Смаков. Вот пятерка, это тоже новичок. Пятый, да, это новичок. Мы уже говорили, что это Гафаров Руслан. Смаков. Александров. Верхом передача на седьмого номера. Болтаев, Смаков, Канабеков. Наушин заходит в середину. Передача на левый фланг. Здесь Нурым. Нурым. Смаков. Снова Наушин. Нурым. Гафаров. Нури. Александров. Здорово сыграл Наушин. Шаги в мире руководит своей командой. Оли Гуннар Сольскияй. Мире является болельщиком Манчестер Юнайтед.
это тот человек, который правильно выбирает команду, за которую нужно болеть. Понимаешь, да, ты сел? Наушин. Норым. 3-3 атака. На дальний Канабеков. Наушин простреливает. Снова Наушин подбирает. Снова простреливает. Снова не точно. Гафаров. Передача на Асхата. Басиркеев. Басиркеев. Делал передачу на Гафарова. Ответный. Но Саипов Фархат на месте. Гафаров. Заканчивается у нас первый тайм. Счет 0-0. Он даже не двигается. Ладно, потом, короче, посмотрим. Перезапустим. Начинается второй тайм между командами ФК Сузак и ФК Номад. Номад начинает второй тайм в следующем составе. Саипов Фархат в воротах, в обороне Смаков Аслан и Григорьев Михаил под вторым номером. И впереди тройка. Болтаев Иркебула, Кияков Мирас и появился у нас Тимирханов Айдар. ФК Сузак Нури в воротах. Трансфер команды ФК Сузак. Сегодня будет Нури играть в полуфинал за команду Энергоколледж, а с утра вот он играет за Сузак в чемпионате. В осеннем. Мира скидывает Тимирханов. Нури на месте. Нури на Басиркеева. В обороне у ФК Сузак человек, который никогда не устает. Не меняется вообще Александр Виталий под 15 номером. В помощники ему отправлен 11 номер Нуржанов Еркын. И впереди Гафаров Руслан, Байсеркеев Асхат и Дельдабеков Алмаз. Нуржанов. Гафаров. Басиркеев заходит в середину, пробивает Аслан Смаков. Здорово в обороне отыграл. Угловой будет подавать ФК Сузак. Тимирханов на Смакова. Александров на Гафарова. Гафаров Руслан. Нури. Нури пробивает. Не очень точно. Но Нури забивал уже. Два мяча, значит, у Нури в летнем кубке. Поэтому Намаду нужно быть осторожным. Григорьев на Смакова. Смаков верхом на Григорьева. Кадыком обрабатывает Григорьев. Григорьев такой, да, неординарный футболист. Да? Выделяется из общей толпы. Как легионер. Как легионер, ну. Болтаев. Здорово, Болтаев. Уходит от Александрова. Простреливает. Нури на месте. Александров. Чуть сейчас просто не придумали мяч в свои ворота. Нуржанов и Садыков. Гафаров. Вот и еще один новичок у ФК Намат.
Турузбеков Алмат появляется на поле. Экс-игрок Хантенгри, той знаменитой команды. Кажется, набрал с тех пор, как Хантенгри перестали участвовать в МФЛ. Турузбеков Алмат набрал так вес. Гафаров. Александров. Виталя. Виталя. Гафаров. Нуржанов. Передача верхом не точит. Да, нету. Нету главных креативщиков у ФК «Созак», и сразу с игрой впереди возникают проблемы. Это кто у нас появился такой? Нуржанов. Басиркеев ошибается. Григорьев ошибается и пробивает сходу. Нуржанов Иркин не точно. Фархад вводит мяч на Наушина. Наушин верхом на Нурыма. Нурым. Не очень много у нас хороших моментов, чтобы отличиться у обеих команд. Вроде ФК «Созак» играет с преимуществом, но до опасных моментов явных пока дело не доходит. Вот сейчас Басиркеев с мячом. Басиркеев. Как раз таки тот игрок, который должен взять на себя лидерство в отсутствии Пиалы Нурсултана и Жаксылыка Улана. Смерков. Стенка с Нурымом и контратака. Тураров подбирает мяч. Тураров. Тураров, здорово. Александров может пробить. Александров пробивает, не точно. Туртаев. Турузбеков зарабатывает штрафной. Ну стреляй сильно! Раньше! Нури ловит на Айдар. Айдар здорово скидывает на Нуржанова. Нуржанов. Тураров Айдар поставил мяч, нашел нужную точку и будет исполнять этот штрафной. Тураров пробивает и достаточно опасно, но, по-моему, Саиф Фархад контролировал ситуацию. Туртаев. Асха! На своей! Ерки, на своей! Ерки, твоя! Ерки, твоя! Ерки, твоя!
Да, нужно перебить этот штрафной. Уразгалеев Нурым. Алмат на наш, Макс! Ру, Греша! Один нас, Смаков на Туртаева, Туртаев. И Турзбеков. Сели. Не попал по мячу. Все, хорош. Данька заходит. Данька, внимательно. Нуржанов. Даник, ближе сыграй. Нуржанов. Передача верхом и... Туранов не достал, да, конечно, эту передачу. Меняется у нас Туртаев и Турзбеков. И на поле появились Болтаев Веркебулан под девятым номером и Канабеков Максат. Болтаев, Наушин. Тураров здорово отработал. Басиркеев и убирал под свою рабочую левую. И Смаков Аслан сегодня просто непроходим. Нуржанов. Тураров пробивает. Саипов. Да. Не получился удар у Турарова, и Саипов забрал этот мяч. Хорош, Нурым! Садись! Нуржанов. Нуржанов уходит от Канабекова. Слева совсем один медет, и... Нуржанов принял решение, сделал передачу на Турарова, но Тураров ее не ждал. Медет. Нуржанов здорово. Нуржанов здорово разбирается, разворачивается. Передача на Медета и счет открыт. Кудайбергенов Медет в своем дебютном матче за ФК Созак забивает гол. 1-0 ФК Созак повели. Здорово, конечно, сыграл Нуржанов Иркин. Ушел от нескольких игроков и сделал голевую передачу. Болтаев, Веркебулан. Что за спонсор экипировки у ФК Созак Сео, ты знаешь? Не обращал внимания. А что он? Да не знаю. Басиркеев уходит от двоих. Басиркеев снова медет на дальней. Асхат пробивает на месте Фархат. Тураров. Болтаев. Медет подбирает мяч. Смаков. Басиркеев на Нуржана. Нуржанов. Тураров принимал на столба. Но обработать мяч не сумел. Смаков ошибается. И Нуржанов на дальний медет. В штангу попал или во внешнюю? В штангу попадает Нуржанов. Все, что у нас щелкает? Александр. Нуржанов. Снова Александров на Байсеркеева. Байсеркеев и Смаков Фалит. Миша, сядь назад! Миша, сядь назад! Медет. Медет. В футзальном стиле сделал передачу на Дельдобекова.
Байсеркеев принимает мяч. Передача на Нуржанова. Нуржанов. Передача, здорово. Стенка и коленом Медет. Неудобную, да, сделал передачу Нуржанов. Поаплодировать только можно этой комбинации Нуржанову и Дильдабеку. Здорово сыграли в стенку. Но последний пас Нуржанов не смог сделать. Александров. Морес. Морес хорош. Миша, проси. Хорош, Миша, хорош, нормально. Давай, 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 играй. Дай ему, пусть пробует. Давай, пробуй. Морес против Гафурова. Морес заходит в середину. Передача на Канабекова. Стенка. Морес пробивает левой. Машинган Григорьев Михаил головой не попадает. С метра, да? Мне кажется, зря он прыгнул. Ему надо было стоять, просто бить головой. Может быть, тогда попал бы Григорьев Михаил. Нури. Можно было забежать с мячом. Нет, там, видишь, верховая такая. Тяжело было там. Вратарь же еще был. Канабеков. Опасная игра Нуржанов. Ты видишь эту стрекозу, которая в конце? Весь матч у нас стрекоза перед камерой летает, видимо. Хочет попасть в трансляцию. Кияков, передача на Григория. Нуржанов. Дильдабеков, слева один, да, Александров. Еще надо переводить, да, здесь Гафаров. Гафаров. Еще через Александрова. Ближе, Миша, иди еще. Александров. Медет, здорово ушел от Нурыма, пробивает с левой. Не точно. Медет такой, это, сегодня один из тех людей, которые пытаются импровизировать в атаке у ФК «Созак». Григорьев. Хорош, Миша. Давай, давай, играй. Хорош, хорош, так не играй. Раз, тебе хорошо. Так, ты же можешь играть. Миша, Миша, готовь. Смело. Там у нас пока небольшая пауза, да, все, посмотри, команда в оранжевой форме, да? Шикарная форма, тебе не кажется? Это Лига Ц? Не знаю. Ой, Лига Д. Дильдабеков. А Медет, Медет. Делает передачу верхом. Нуржанов здорово принял. На Медета, Медет будет простреливать. И мяч влетает в ближний угол Саипова Фархата. Просто с мертвого угла Медет оформляет дубль. 2-0. Кудайбергенов, Медет. А, это 1-4, это Гридин же, 7 номер. Великий футболист. Гридин Сергей. Александров. Нуржанов. Италия на Медет, а Медет.
Сзади. Медет на Нуржанова. Рум, активно. Гафуров. Игроков, чё с нами? Вратарь есть. Нуржанов верхом, передача. Дильдабеков рано выпрыгнул, да. Не рассчитал время полета мяча. По физике двойка, видимо, была у Дильдабекова. Нурым. Нурым. Разворачивается передача на Азата, но защитники сыграли здорово у Сузака. Дильдабеков. Нуржанов. Туртаев. Смаков обыгрывает Нуржанова. Смаков попадает в своего в наушник. Передача в середину. Гафаров. Гафаров на Медета. Будет хитрик. Нет, не попадает Медет поворотом. И убегает на замену. Появляется вместо него игрок без... Экс-игрок Аватим, но я не помню, к сожалению, как у него фамилия. Без номера появился. На, мне кажется, он похож на Турзбек. Бауржан Турзбек. Туртаев пробивает. Русмена! Мри. Ближе! А? Ближе! Ближе! Не, первые туры можно так сделать. Можно без щитков и можно без номера. Разрешается так, потому что команда не всегда форма готова. Да сами команды не знают, кто у них будет играть в первом туре. Так что, Сева, тут не угадаешь. Вот, как раз Турзбек с мячом пробивает. Нет, Саипов на месте. Дильдабеков. Нуржанов. Да, как-то после двух мячей у Сузак второе дыхание, да, открылось. Побежали они вперед, а Номат наоборот. Как-то понуро все. Кажется, уже не верят в то, что смогут отыграться номадовцы. Турзбек на Александра. Нури. Тайм-аут берут у нас за 2 минуты до конца Номад. Видимо, будут разыгрывать шестого. Один, 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 один
Разыгрывать шестого намадовцы. Смаков ошибает, пустые ворота, Басиркеев. Басиркеев 3-0. Да, Басиркеев любитель вот таких мячей. Не первый гол в пустые ворота в таком стиле. 3-0, Созак. Шмаков на Нурыма. Нурым ошибается. Басиркеев снова. Передача на Дильдабекова. Пустые ворота. Дильдабеков ошибается. Но что делает Дильдабеков? Хотел в топ-10 попасть, видимо, Дильдабеков на первой неделе чемпионата. Но мастерства Дильдабекову не хватило. Кияков на Смакова. Смаков. Нурым. Нурым на Наушина. Наушин. Снова Нурым. Смаков. Смаков. Диагональная передача на Наушина. Канабеков ошибается. И Байсеркеев. Нет. Перелетел мяч в ворот. Пустые летел, но от земли улетел выше ворот. Смаков. Смаков на Нурыма. Нурым. Наушин. Канабеков. Наушин. Нурым. Смаков принимает. Вот сейчас Смаков пробивает, но в дальнюю девятку летел, но Нури на месте. Смаков. Но пробивает на месте Турызбек, Дильдабеков. И заканчивается на этом штрафном у нас матч. 3-0, победа ФК Созак. Первые 3 очка в копилку новичка МФЛ Алматы.